Цикада – новый радиомаяк торговой марки «Битрек», позволяющий мгновенно определить местоположение похищенного либо утерянного транспортного средства, ценного груза, дорогостоящего оборудования или других активов. Принцип работы «Цикады» заключен в определении и передаче пользователю точных GPS и LBS-координат в случае необходимости. GPS – спутниковая система позиционирования, которая позволяет определить местоположение объекта в любом месте планеты с точностью 5-20 метров. LBS-технология позволяет определить координаты по ближайшим GSM-станциям мобильных операторов связи. Эта технология позволяет определить местоположение вашего автомобиля в закрытых от GPS пространствах – гаражи, туннели, подземные паркинги, торговые центры и так далее. Точность определения – 200-500 метров. «Маяк Цикада» сообщает данные о вашем автомобиле или другом объекте в двух режимах. Режим охраны. Большую часть времени устройство находится в режиме сна и выходит на связь с сервером по заданному расписанию. По умолчанию один раз в сутки. Сохранив данные, устройство переходит в режим сна. Срок автономной работы маяка в режиме охраны – 3-4 года. Режим тревоги. Активируется путем отправки специальной команды с сервера. В этом случае устройство сообщает серверу свои координаты каждые 15 минут. Вы легко определите местоположение вашего объекта на сайте cicada.com.ua, доступного для любого устройства с выходом в интернет. Технические характеристики «Цикады» позволяют спрятать устройство в самых неожиданных местах и обеспечить его максимальную скрытность. «Маяк Цикады» не принадлежит к средствам негласного сбора информации, что подтверждено государственным сертификатом. Сервисная поддержка устройств «Битрек Цикада» осуществляется во всех областных центрах Украины. «Битрек Цикады» – самое доступное из аналогичных устройств на рынке. Сравнивая цены, вы убедитесь, что стоимость «Цикады» на $40 ниже любого из подобных устройств других производителей. Автономность работы в 3-4 года, незаметность и превосходная цена. «Маяк Цикада» – лучшая страховка вашего авто и грузов.